Шесть основ. Этот человек, автор, да помилует его Аллах. Я считаю, что он следует путем пророка, саллаллаху алейхи вассалям. Пророк, саллаллаху алейхи вассалям, иногда упоминал количество. Пять вещей относятся к естеству, сторонитесь семи смертных грехов. Почему? Когда упоминается количество чего-то, в текстах Курана и Сунны это подразделяется на два вида. Первое – это когда понимается какое-то определенное количество, то есть имеется в виду именно определенное число. И к такому числу нельзя что-то прибавлять. Иногда же упоминается число, но оно не ограничено. И не упоминается это определенное число, то есть к нему можно что-то прибавить. И как же нам узнать, подразумевается это определенное количество или не подразумевается? Нам нужно посмотреть на остальные доводы из Курана и Сунны. Если обнаружено количество больше упомянутого, значит оно не подразумевалось. А если не обнаружено, значит имелось в виду именно это конкретное число, и нельзя к нему что-то прибавлять. Столпы ислама, имана, веры, ихсана, искренности. Это тот вид, в котором подразумевается именно конкретное количество. Мы не обнаруживаем в текстах Курана и Сунны, чтобы было больше, чем пяти столпов ислама. Тогда, значит, подразумевается конкретное количество. Но, например, 10 обрадованных раем. Мы обнаружили, что из тех, кого пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, обрадовал раем, есть другие, кроме тех 10. Сабит ибн Кайс ибн Шаммас, матери правоверных. И довольство Аллаха вообще над всеми сподвижниками. Пример. Пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, сказал, сторонитесь семи смертных грехов. И мы обнаружили в текстах Курана и Сунны смертные грехи, но кроме этих семи. Например, ослушание родителей. Следовательно, здесь не подразумевается это конкретное число. Пять вещей относятся к естеству. В некоторых хадисах упомянуто больше этих пяти. Хорошо, почему здесь не подразумевается какое-то конкретное число, и к нему может быть прибавлено что-то? И пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, говорит, 10 обрадованных раем, сторонитесь семи смертных грехов, пять вещей относятся к естеству. Говорится, это относится к числу прекрасных методов преподавания пророка, саллаллаху алейхи ва саллям. Почему? Потому что сейчас вот он, в тот момент, когда он находится в собрании, я говорю ему, заучи сегодня пять польз относительно этого хадиса. Это не значит, что этих полезных моментов только пять. Нет, их больше. И пророк, саллаллаху алейхи вассалям, хотел от сподвижников, чтобы за это собрание они запомнили 10 обрадованных раем. Или 7 смертных грехов. И так, чтобы после того, как они разошлись с пророком, саллаллаху алейхи ва саллям, они бы могли сторониться этих семи. И упоминание количества чего-то, если оно конкретно не подразумевается, то это относится к хорошему методу преподавания. И также сделал имам-обновитель Мухаммад ибн Абдул-Вахаб, сказав 6 основ, 10 вещей, которые делают ислам недействительным. Вещей, делающих ислам недействительным, их не 10, их больше. И он сам упомянул об этом в своей книге. Следовательно, он хотел здесь установление 6 основ, а их больше 6. Понятно? Не подразумевается, что их только 6. И он сказал, что эти основы являются наиважнейшими для нас.